Не раз амурские предприниматели жаловались, что открывать новый бизнес в нашем регионе сложно. Много сил уходит на оформление недвижимости и документов на землю. Порой это занимает месяцы. А все потому, что, говорят в Росреестре, нередко документы к ним попадают неграмотно составленные или просто они не соответствуют нормам закона. Поэтому специалисты и выдавали отказы бизнесменам. Важным является, как я уже понятно, качество документов, которые мы рассматриваем. Здесь рассматривается электронный документ, межевой план сейчас делается только в электронном виде. Его изготавливает кадастровый инженер. И здесь качество работы кадастрового инженера, а также качество работы органов местного самоуправления влияет на результаты рассмотрения обращения. Быстрое оформление документов – один из пунктов нацрейтинга инвестиционной привлекательности, в котором Амурская область пока не на лидирующих позициях. Чтобы поднять Приамурье в этом самом нацрейтинге, нужно улучшить условия работы с предпринимателями, считают власти. Специально для бизнеса сократили сроки регистрации. К примеру, теперь можно быстрее оформить земельные участки, здания, сооружения, нежилые помещения. Сегодня специалисты идут навстречу предпринимателям. Каждый бизнесмен может отслеживать свой запрос на официальном сайте Росреестра. Для этого необходимо ввести номер заявления. Кроме текущего статуса, можно просмотреть детальную информацию по этапам работы с заявлением, а также исполнителя государственной услуги. В целях информирования предпринимателей о предоставлении государственной услуги по регистрации прав, о сроках, способах подачи документов, в том числе в электронном виде, управлением размещаются памятки в пакеты документов, подлежащих выдаче. Для большего удобства для предпринимателей работает специализированный офис. На базе многофункционального центра открыто окно по вопросам развития и открытия бизнеса, в том числе по услугам Росреестра. С бизнесменами работают практически по всем направлениям. От регистрации в налоговой до получения целого комплекса необходимых документов. И все в режиме одного окна. Слишком много взаимодействующих людей, и поэтому она, возможно, сложна. Плюс не всегда на месте участок идеален, да, который человек хочет выбрать. То есть он, например, может быть, пересекает другие границы. Да. Либо то, что хочет предприниматель, это невозможно в рамках существующих правил землепользования и застройки. С повышением нацрейтинга появится возможность привлечь в область и крупные инвестпроекты. С 2015 года уже запущено 20 таких. 15 из них признали приоритетными. Отмечено, по статистике в область входят до 10 крупных инвесторов. Не только из субъектов Дальнего Востока, но и Центральной России и соседнего Китая. Денис Свириденко, Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Первый областной.